едем к другу разгонять скуку. Ой! Говорят, он маленького роста. У меня, короче, рабы работают. Понятно? Котенька, посмотри на меня. Посмотри, чтобы девочки позавидовали мне. Нет, не будешь. Не будешь. У нас тут все включено. Дайте еще раз похвастаться. У меня два мужика. Ну что там, ну количество всего два, это разве количество? Здравствуйте, здравствуйте, ваше величество. Всего два, как половина. А ты, Леня, а себя пошел поменьше? Газ. Газ, ну что, дорог. Тут, как говорится, шеф-повар, это не тот, кто все резать может, а тот, кто может вовремя все смешать. Понятно? Хорошо вместе. Тихо-тихо-тихо. Алешенька Попович, тебе не надо ли постричь, дорогой? Очень. Леня, ускорей процесс. Ну ты посмотри, может быть, свой этот, чтобы он мне не сопротивлялось. А? Ну вот это, вот песенка. Пять минут. Ручки работают? Я руковожу процессом, вы извините, пожалуйста. Сколько масла надо? Сколько маленький масла? Кусочек, да, молодец. Да, я такой. Боже, боже. А можно мне еще, пожалуйста, там перец, соль, туда-сюда? Туда-сюда или сюда? Да, сухие там специи, типа тимьяна, например. Нету? Ну тогда хотя бы соль, перец. Секс. Секс, как это мило, секс, без перерыва, ой. Я сам там шоколад покажу? Еще? Нет, не тебя. Еду. Ваня, вот это ждет своего часа. Глубокое вам мерси, что меня допоили. Докормил. Я в лабутенах и в охуительных штанах. Я в лабутенах, но ты в охуительных. Ты не успел зайти домой переодеться? Ну и правильно, Лёш. Так и ходи на работу. У меня всё охуенно. Сразу завидно уже ехал стал. Ну попробуй сейчас ложечкой. Ложечка, это какой. Боже. Тут у нас растёт коньяк, вино и ананас. Боже, как шикарно. Так, давай. А это ананаски? Коньяк. Слушай, это просто бутылка, бля. Коньяк молдавский. Ну-ка, да, Олд Хопкинс, бля. Он же молдавский, бля. Легко влюбиться, императрица, когда так светит, и веселым взглядом смотрит от тебя.